Сьогодні у нас такий дуже визначний день. Сьогодні ми спільно з Українською федерацією плавання презентуємо програму розвитку плавання в місті Чернівці на майбутні роки. Вид спорту як плавання, я думаю, що не треба розказувати, наскільки він важливий для здоров'я нації, для безпеки дітей, поводження дітей на воді. Це олімпійський вид спорту, і переконаний, що чернівчани мають потенціал спортивний, але для того, щоб цей потенціал реалізувати, необхідно створити відповідну інфраструктуру. Ми зрозуміли, що міська влада зрозуміли, що без професіоналів, без людей, які знають все про плавання, які вміють організувати процес і навчальний, і організаційний, і спортивний, нам самим не впоратися. Тому рік тому ми почали співпрацю з Українською федерацією плавання для того, щоб спільними зусиллями розробити концепцію, розробити чіткі кроки, які ми маємо реалізовувати спільно з усією громадою, не тільки, скажімо так, влада, але й спортивна громадськість, інвестори, для того, щоб в Чернівцях вид спорту, плавання розвивався, для того, щоб мешканці міста, наші дітки, в першу чергу, мали можливість де займатися плаванням, вміли плавати і досягали і спортивних вершин, і саме головне, могли спокійно поводити себе на воді. 10 месяцев назад мы впервые встретились в этом здании с Алексеем Павловичем, со спортивным активом, и провели выездной президиум Федерации плавания Украины. В апреле уже был подписан меморандум о намерениях наших, и вот сегодня, спустя ровно 6 месяцев, как указано в меморандуме, мы представляем проект региональной программы развития плавания. При нашей встрече в апреле и сегодня я говорю, что это пилотный проект в стране. Дело в том, что мы очень много лет, как взрослые люди, анализируем, что происходит с развитием спорта, что происходит с развитием плавания, и все надеемся, что кто-то нам поможет. Не помогает. Поэтому было принято решение самим принимать участие в организации программ развития спорта. В данном случае мы работаем в общественной организации Федерации плавания, и поэтому мы предложили нескольким областям и городам начинать развивать региональные проекты плавания. Потому что я убежден в том, что только региональные субъекты имеют на сегодняшний день в стране четкое понимание, что они хотят. Что нужно жителям, что нужно спортсменам города или области, что нужно родителям, что нужно городской власти. Так вот, самое первое откликнулось у нас город Черновцы. И поэтому максимальные силы Федерации плавания уделила этому городу. И сегодня мы с удовольствием представляем, что же мы видим в региональной программе, что это такое. 6 месяцев работы мы думали, откровенно признаюсь, что мы делаем программу плавания. Но когда завершили работу, перечитали, оказывается, мы не только плаванием занимаемся. Плавание в этой нашей программе занимает какой-то процент. А все остальное – это качество жизни города, это качество жизни жителей, это безопасность детей. Это то, что непосредственно нужно каждому городу Украины. Вопрос только в том, надо ли это горожанам или не надо. Все, что от нас требовалось с точки зрения профессиональной, мы думаем, что мы сделали и предлагаем сегодня вашему вниманию. Дальше шаг будет, это спортивной общественности, профессиональных людей, которые занимаются организацией жизни города, а, наверное, депутатов, скорее всего. И мы очень рассчитываем, что то, что мы сделали, будет правильно воспринято. Когда мы говорим сегодня о такой вещи, как пилотный проект города Черновцы, мы думаем на 15 лет вперед, как минимум. Потому что, предлагая эту программу, мы меняем принципы организации спорта. У нас сегодня всего 8 бассейнов, из них 4 действующих. Причем площадь воды в бассейнах на весь город
Площадь воды всего лишь навсего 500 метров квадратных. Я вам скажу, что по нормативам даже государственным, сегодня это в 20 раз меньше, чем должно быть. В 20. То есть это где-то 2 метра квадратных на человека города Черновцы. Поэтому нас, что бы мы ни делали сегодня, реконструировали, строили новые, восстанавливали, нам еще работать и работать над тем, чтобы вот это соответствовало тому, той востребованности, тому качеству жизни, которое сегодня, так мы понимаем, вот живя во втором столетии 21 века. У нас сегодня непростая ситуация в стране, и поэтому вопрос реабилитации, он всегда стоял остро, а сегодня это просто стоит еще, наиболее актуален. Поэтому каждый плавательный бассейн будет организован с возможностью заниматься программой реабилитации. Людей с ограниченными подвижностями, так и воинов АТО. Один из принципов, который мы закладываем в программу регионального развития, программу плавания в Черновцы, это все бассейны города в Черновцы должны работать по принципу, как минимум, самоокупаемости в процессе эксплуатации. То есть мы исключаем дотационное финансирование за газ, за воду, за электроэнергию. То есть только через услуги. Это значит, управляющий персонал должен быть готов предоставлять качественные услуги. А наши бассейны, наша спортивная инфраструктура должна быть готова к предоставлению качественных услуг для различных групп потребителей. Поэтому мы предполагаем, что в 27-й школе будет обучение плаванию, спортивные тренировки, программы школьного плавания, соревнования плавания, оздоровительное плавание, плавание для грудничков от месяца, плавание для беременных, аквапрограммы как фитнеса, ничего не мешает нам, водные детские программы, это как праздники, одновременно тренажеры и услуги спа. И это все позволяет в условиях предстоящей реконструкции переоборудовать плавательный бассейн, не меняя его площади.